16 сентября в Институте международных отношений, истории и востоковедения КФУ прошла открытая лекция известного российского этнолога Валерия Тишкова. Доклад академика РАН был посвящен религиозному и культурному разнообразию народов России, которые, исторически сформировавшись, существуют и по сегодняшний день. Также во время своего доклада Валерий Тишков обсудил со студентами и заинтересованными преподавателями национальное самосознание русских и понятие российского народа как нации. Ориентация с точки зрения сочетания малой и большой родины, она очень важна. Кто я есть? Татарстанец, россиянин, татарин, русский. Вот эти сложные идентичности, я об этом скажу. И как это должно учитываться в управлении, как это должна изучать наука, потому что это здесь очень много нового и много изменений произошло за последние 20 лет. И есть много споров. И есть разные точки зрения. В своей лекции Валерий Тишков обратил внимание слушателей на особый статус России как многонациональной федерации. Это, безусловно, оказывает существенное влияние не только на решение этнополитических проблем, но и на государственную политику. Прошедшая лекция была открыта для всех желающих, поэтому вызвала интерес не только у историков Казанского федерального, но и представителей первой Казанской православной духовной семинарии. Живем в Республике Татарстан. Это особый регион Российской Федерации с особой ситуацией в области межконфессиональных, межнациональных отношений. Поэтому наши выпускники – это будущие священнослужители, и они должны иметь четкие установки относительно работы с будущей паствой, чтобы не входить в конфликт, в частности, с мусульманским населением, с теми гражданами, которые исповедуют ислам, чтобы понимать, какие у нас есть общие ценности, общие точки соприкосновения, общие задачи, ориентиры. Валерий Тишков подчеркнул, что обсуждение национального вопроса на сегодняшний день имеет очень большую важность как на площадках органов государственной власти, так и в молодежной среде. Адель Мухаммедшина, Роман Самарин, Универньюз.